Привет, дорогие зрители! Меня зовут Колман с извращением Spec Ops The Line, и мы с вами продолжаем. Итак, продвигаемся вглубь гнезда. Фу, ну и вонь. Сразу ясно, что здесь кто-то жил. Но если это жизнь? Это выживание. Примерно с тех пор, как начались бури. Жизнь — борьба, но это не дает права убивать солдат. Американец явно дал им такое право. Но зачем? Я не знаю. Но где все люди, если тут жили? Выживали. В зоне операции я нашел куклу в шелковом платье с бриллиантами вместо глаз. Уверен, что ее сделали уже после бури. А это значит, что здесь есть дети, семьи. Я все думаю, с кем же мы воюем? Мы недалеко от места, где Конрад пытался провести эвакуацию. Тогда, может быть, это и есть выжившие, и мы убиваем тех, кого должны спасать? Адамсу и Луга я ничего не скажу. Им сейчас и так не сладко. Все, кто стреляет в нас, наши враги. Неважно, есть у них семьи или нет. Жестоко, ну да. Что делать-то? Так, если сюда пройду... А я не могу. Да, интересное художество. Впереди свет. Разберись. Окей, босс. Музыка. Похоже на какой-то лагерь. Видимо, здесь держат заложников. Ну, спускаемся. Так, все за мной. Нифига свечей. Спокойнее, внизу гражданские. А тут уютно. Ни хрена себе! Шелковые занавески, серебро, отличный хрусталь. Ну не сказал бы, что здесь уютно. Господи, их просто перебили всех. Не, смотри, их построили. Это казнь. Прямо как в Кабуле. Дрянь. Да. Дрянь. Совершенно неуютно теперь. Слышали? За мной и тихо. Мы будем продолжать, пока ты мне все не расскажешь! Сколько солдат находится в водохранилище? Уходи, пока можешь, агент. Наши бойцы уже на подходе. Проклятые не спасут. 33-й перестал существовать, нарушив приказ. Пошел ты. Дубай жил бы в мире, если бы вы не подняли местных. Подбили убивать солдат. Вы правда думали, что мы не ответим? На то и расчет. ЦРУ всегда завершает начатое. Что ж, давай докажи. Ни хера я не скажу. Нет! Что это? Не стрелять! Опусти оружие. Думаешь, я дурак? Нет, поэтому ты сейчас уберешь свою пушку. Опусти ствол, я опущу свой. И не мечтай. Как звать? Макферсон, лейтенант. А ты кто? Уокер, капитан. Нас прислал твой друг, он был возле самолета. Правда? Где же он? Погиб. Почему я не удивлен? Ну и думаешь, мы его убили? Этого я не говорил. Да ты вообще не из болтливых, друг. Параграф 4, капитан. Обратитесь к моему командиру. А он где? Думаю, сейчас он уже внизу. Ага, наверняка. Подождите здесь, я за ним схожу. И свалил.
обыщи труп. Он не врал. Это жетоны ЦРУ. Черт! Этого еще не хватало. Ты отпустил его? Зачем? Я не собираюсь убивать наших, Луга. Плюс он может вывести нас к батальону. Ну, можно было бы как бы рядом с ногами выстрелить, как предупреждение. ЦРУ, блин. Класс. ЦРУшники, ну спускаемся. В общем, нельзя было в полной мере сказать, кто мы. Ни хрена себе! Это же добро ЦРУ! Как я сообщал по прибытии, ситуация в Дубае катастрофическая. И это мягко сказано. Жители превратились в диких зверей. Они грабят и убивают. Да я видел, как человека зарезали за банку газировки. Безумие. Армия ввела военное положение, от этого стало только хуже. Из-за бури радиосвязи со штабом нет. Агент Дэниелс уехал, чтобы передать отчет. Конторе он не понравится. Боюсь представить, какие будут дальнейшие указания. Дневник Каставина. Угу. Наверное, это их база. Прикрываться гражданскими? Не очень-то по-мужски. В духе ЦРУ. Да, но вот стрельба по своим нет. Точно говорю, они из ЦРУ. Откуда еще, по-вашему? Выполняйте. Какой ЦРУ? Вот они! Вали! Чего? Внимание, контакт! Это были солдаты. Наши солдаты. Это самооборона. Мне от этого не легче. И не должно быть. Сука, имбецилы, мы ж свои. Какого хрена стреляете по нам? Ну, Макферсон, придурок. Ладно, возьму эмку. Ну, имбецилы. Все назад. Впереди вижу свет. Это вернись! Вы? Идем туда. Остановись! Тебе же лучше будет! Какого черта 33-й мочит население? В бой! Открыть огонь! Это наши! Откроем огонь, нас убьют! Круто! Давай! Альфа, Браво 2! Убейте! Не стреляй! Вашу, понимаете, что стреляете по своим? Господи боже, мы не из ЦРУ! Идите в укрытие! Огонь! Твою мать, мы по шквальным огнем! Удерживайте позицию! Меняют позицию! Вперед! Осторожно! Ранены! Открыть огонь, это приказ! Вот пипец! Прикройте! В укрытие! Так, где пистолет? Боже, что за имбецилы? Внимание, боец с дробовиком! Жесть, он в муках умирал. Вот же идиоты, мы свои! Заряжаю. Нужно идти, пока здесь не оказалось больше солдат. Больше американских солдат. Дезертиров. И что делать? Чтобы в этом разобраться, Старик, нам нужно пугает. Найти Конрада. Это поможет? Его батальон дезертировал. Конрад всегда был человеком чести. Может, батальон и спятил, но полковник тут точно ни при чем. С чего ты взял? Потому что я его знаю. Так, открывай. Без вопросов. Ну, напакостили мы уже знатно. Нет, стой! У нас тут проблема. 33-й забирает гражданских?
зачем? О, черт! Они их всех убьют! Надо что-то сделать, Уокер! Сейчас сделаем! Тогда надо поторопиться! За мной! Я знаю, сейчас многие задают тот же вопрос. Зачем? Ну, я и сам хотел спросить вас о том же. Вы же заключили перемирие. Вы его нарушили. Вы сами. Мы предложили вам сдаться. Вы отказались. Зачем? Зачем? Зачем вы это сделали? Вот ваш выбор. И нас. Я могу предложить вам только это. Подходящее подобие. Ну, понеслась. Противник на марше! Домет! Нифига себе. Осторожно! А где гранатометчик-то? Ой-ой! Черт, здесь полно солдат! Блин, гранатометчик, снимай! Ой-ой-ой! Осторожно, они близко! Уже иду! Ладно. О, гранатометик! Полетай. Да, спускаемся вниз и смотрим по сторонам. Да блин, пробел, давай. Спрыгиваем. Боец с дробовиком. Ой-ой-ой. Да турель уже вроде убита, все нормально. Так. О, еще два патрона, давай. Осторожно, они близко. Бум. Так, как спускаться? Вон, еще патроны. Так, разведданные мы все собрали, прекрасно. Привет. Ой-ой-ой-ой. Еще? Подождите, не могу поймать момент! Давай! Фух, справились. Ой, нога чья-то.
Давай, Юмпи. Уже иду! Давайте, идите. Я тут один справляюсь. Они снизу, что ли? Чё? Укрытие! Против турели у нас шансов нет! Огонь на себя! Я обойду с фланга! А, турель там. Ой-ой-ой-ой! А, зараза! Мы под школьным огнём! Ждите ли... Твою мать, Уокер! Они нас окружили! Пошли, бегом! Да иду, я иду! Без проблем! Давай, давай, давай! Твою мать, мы под школьным огнём! Боже правый! Капец! Это все? Вроде да. Что, гражданский? 33-й забрал кого-то? Да, забрал. Без перевода ясно, что им плохо. О чем они говорят? Хотят, чтобы мы ушли. Пойдем отсюда. Что стоять без толку? Все равно им не поможешь. Идем. Ты как, Уокер? Что-то ты притих. Думаю, что нам делать дальше. Может, с нами поделишься? Судя по всему, проклятые начали грызться друг с другом. И кто бы там ни победил, они решили остаться и захватить Дубай. Просто кошмар. Ага. ЦРУ бог знает сколько пытается все разгрести. И теперь они знают о городе все. В том числе и про Конрада? Именно. Если мы найдем агентов ЦРУ, то найдем и Конрада. Бог ты мой! Что там? Я кое-что нашел. Послушайте. Включай. Ваше имя, звание и часть. Агент Дэниел, ЦРУ. Отлично. Лейтенант Дэниел, зачем вы и ваши люди прибыли в Дубай? Мы искали выживших. Ладно. Думаю, он говорит правду. Начинаем. Хватит. Есть, сэр. Поищи источник сигнала. Я уже нашел. Сигнал идет оттуда. Зато мы знаем, что один агент жив. Больше одного. Проклятые не зря запустили такую трансляцию. На живца берут. Так точно. Логично. Логично. А я думал, агент Дэниус уехал из Дубая. Видимо, нет. Вернулся уже. Хотя доклад того агента Коставина, это же было давно. Так что он уже точно вернулся. Грань. Глава 5. Сигнал идет оттуда.
Из глубины. Проклятые забросили крючок. Пора вытащить. Это же ловушка. Несомненно. Но весь город сошел с ума. Дэниелс — наша единственная надежда. Просто, конечно, вид фантастический, такого в жизни вряд ли может произойти, но, блин, как же это выглядит потрясно. Вот представляете, полгода песчаные бури. И как же все засыпало. Да, вид потрясающий. Ну ладно, идем. Нужно выполнять задачу. Нужно искать агента ЦРУ. Пожалуйста, воды. Зачем вы вступили в контакт с местным населением? Так. Что? Я не знаю, о чем. А, это... радио. Похоже, агенту Дэниелсу нравится лагерь истины. Что бы кто ни говорил, а среди ребят из нашей конторы... За мной! Рукам кирдык, Уокер! Ладно. У них подавно. Господи, вы же... Дельта, неужели у вас никаких крюков нету специальных для таких случаев? У вас вон веревки есть. Ладно. Недоработка, так сказать. Плевать. Эй, Брэдл, жвачка есть? Последняя, держи. Чувак, последнюю не возьму. Бери, я украл ее у Бенсона. А, ну, да пошел он. Это точно. Знаешь, из-за всей этой хрени даже забываешь, как здесь красиво. Понимаю. Иногда по вечерам я просто сижу здесь и слушаю ветер. Да, там, где я вырос, ветер в лесу завывал точно так же. Умиротворяюще. Сложно поверить, что здесь может быть мир. Ищи мир и покой везде, где окажешься, чтобы не забыть, за что воюешь. Верно. Ну, спасибо за жвачку. Поднимусь наверх. Не за что. А нас, по-моему, спалили. Это они! Боец с дробовиком! Угроза устранена! Ладно, нахрен, глушители, мы спалились. Какого-то хрена. Ой, блин. Не к добру. Выдвигаюсь! Еще один? Они на лестнице. Ой-ой-ой-ой. Сава Адамс. Там протупил. Ой, ладно. Дурдом какой-то. Вряд ли. Я уверен, что за всем этим кто-то стоит. Это тот парень с радио. Черт, ты уверен? А иначе почему в Дубае все спятили? Это верно. Нужно перезарядиться.
Нет, тут реально какой-то дурдом. Дурдомище. Группа ЦРУ. Название «Серый лис». Состав: Томас Дэниелс, Брайан Каставин, Джефф Рикс и Рик Гулд. При допросе Дэниелса выяснилось, что ЦРУ несет ответственность за нападение на блокпосты 33-го. В нападениях участвовало местное население, так называемые повстанцы. Мы полагаем, что повстанцы действуют на всех неподконтрольных нам территориях. На допросе Дэниелс указал координаты вероятного расположения их базы. Дата рейда уже назначена. Наша цель — нейтрализовать силы ЦРУ и восстановить порядок в районе. В крайнем случае используем Дэниелса как приманку для остальных членов «Серого лиса». Угу. Вот так. Еще дополнительную информацию узнали об этом сером лисе. Небольшой какой-то отряд послали, странно. Стойте! Здесь снайперы. Точно. Молодец, слуга. Снайперка. Пригодится. Скаут тактикал. Неплохо. Похоже, нас ждут. Пойдем сейчас, мы трупы. Так, луга, у тебя ж такая же. Ну, тут по-тихому, видимо, не выйдет, так что... Наверное, не буду эту снайперку с собой брать. У нее какая-то очень странная и рваная сенса в прицеливании. Спускаемся. Теперь идем. Быстро и тихо. Ой. Черт, там вертушка. Я понял. Здоровая дура, верно? Ага, и ее дружки точно знают, где мы. Готовьтесь, они прут прямо на нас. Блин, в укрытие, в укрытие. Противник на подходе. Я под обстрелом! Здесь снайпер! Берегись, у него траволи! Луга! Огонь по моей цели! Живо! Черт, я пуст! Ну давай, Луга, снимай! Движение цепь, стреляйте! Красава! Полива! РПГ! Еще один! Ай-яй-яй! Блин! Я все-таки не прогадал. Наверху на втором этаже был. Вторая смерть Spec Ops. Сколько еще будет? О, все заново! А! Нужно перезарядиться. А, берет у меня не оставили, да? Ну, придется тогда со снайперкой. Теперь идем. Быстро и тихо. Черт! Там вертушка! Я понял! Здоровая! Скорее, быстро и громко. Дружки точно знают, где мы. Готовьтесь, они прут прямо на нас. Давай, быстро. Внимание, цель меняет позицию. Еще один? За нас случился, Рейши. Ой-ой-ой. Готово. Осторожно, у него дробовик. Господи, к нам в спину зашли. Да почему мои меня не прикрывают, господи? Жесть. Блин, непростой участок. Заряжаю. Непростой участок.
Теперь идем. Быстро и тихо. Черт! Там вертушка! Я понял. Здоровая дура, верно? Ага, ее дружки точно знают, где мы. Готовьтесь. Давай, они давай. Прямо на нас. Противник на подходе! Внимание! Ты меняешь позицию! Да снимите этого ублюдка! Извини, извини, Луга. Хорош. Стреляйте! Отдайте след их назад! Готов! У них опять подкрепление! Хреново. Блин, какая же конченая сенса здесь. Готово. Концентрировать огонь. Принято. Атакуй уже. Перезарядка. Ликвидирован. Давай. Давай МП-5. Точнее, UMP, господи. Ой-ой-ой. Спасибо. Враг убит. Молодец. На этом все? Чисто. Все чисто. Ладно, идем. Молодец, Адам, спасибо. Умер. Да, многовато здесь было, ребята. Дэниелса надолго хватит? Вряд ли. Так, патроны. Пригодятся. Так, одна разведданная осталась. Надеюсь, не упустил. Ну зашибись. Ой-ой-ой. Сверху назад, прикройте меня! Иди сюда, ублюдок! Вижу цель, атакую! Осторожно, упрыгни! Покажи, ты меня отрываешься! С ножом совсем... Враг вне укрытия! Совсем отбежий. Да, помогу тебе, камикадзе, блин. В той позе помер. А вот и я! Осторожно! К нам осторожно! Бежит с ножом! Так, с ножом бежит! Цель устранена! Внимание! Боец с дробовиком! Ой, не-не-не, ты кто? У нас бежали! Граната! Укрытие! Адамс, куда ты пошел? Осторожно! Они здесь повсюду! Снайпер на балконе слева!
Снайпер? Ой. Иди нафиг. Красава. Это все. Пока что. Ё-моё! Видели этого психа с ножом? Да, его сложно не заметить. Будьте осторожны. Парни вроде него опасны. Тогда ускоряемся. Надо найти Дэниелса раньше, чем проклятый от него избавится. Да уж. Психов с ножами только не хватало. Вот совсем, походу, с ума сошли. Чтоб с ножом, обычным с ножом, кидаться на вооруженных людей. Господи, ну и трупов. Поехали. Тихо. Проклятые, они же вроде герои, но с пытками переборщили. Если этот диджей у них за главного, ничему не удивлюсь. С чего ты взял? Кажется, я его знаю. В Кабуле с 33-м ездил один странный журналист. Не хотел бы столкнуться с ним в бою. Я с ним не общался, но полковник очень ему доверял. Я не понял, с чего бы. Похоже, доверие не довело до добра. Так с чего ты решил, что это он? По голосу. Такое ни с кем не спутаешь. Сигнал пока тухлый. Надо спуститься ниже. Ладно. Некоторые детали раскрываются. Я сюда зайти не могу. Что за бред? Что за невидимая стена? Странно, разведданный что-то не нашел. О. Видимо, дом какого-то богатого политикана Дубая. Судя по всему, да. Неужто ты так умер? Придавленный столом? Тогда поищем выход. Впереди дверь. Наверное, выход. А тут что? Тут тупик. Странно, погоди. Так, ребят, я хочу вернуться обратно. Вот тут ведь... Я давно играл, конечно, в Spec Ops. Многого не помню, но... Вроде тут и должны быть разведданные. А, вот... Можно подняться, странно. Вот они, разведданные. Эй! Ты хоть знаешь, кто я такой? Пусти его на себя. Да. И не трогай товар. У тебя 30 секунд. Говори, что тебе нужно. Мне нужно, чтобы ты под запись рассказал мне о геноциде, который вы с дружками пытаетесь скрыть от всего мира. Что за бред? Ты не понимаешь, что тут творится? Уберите его! Нет, я скажу тебе то, что знаю. А знаю я все. И у меня есть доказательства. Я знаю, что все иностранцы и местные толстосумы свалили из Дубая за 2 дня до того, как твоя контора слила новостишку про песчаные бури.
И что твоя семья съехала с утра, а твоя любовница покинет город вечером? Раджипсана! Ты ничего не знаешь о Дубае. Иначе ты бы понял, правда будет такой, какой мы ее сделаем. Никакие доказательства этого не изменят. А теперь убирайся. Люди узнают об этом! Да, вот раскрывается плохая сторона политиков. Ну, да, власти знали о приближающейся катастрофе и никого не предупредили почему-то. Ну да, блин, вот политик, конечно, вот это слова правдивы. Правда будет такой, как мы ее сделаем. Это да. Все, ребят, пошли. Нашел все разведданные, можно идти дальше. Так, значит, тут не пройти. Ну, тут. Ладно. Черт! Адам, слуга, слышите? Черт, нет сигнала. Прочесать местность. Он где-то здесь. Все лучше и лучше. Мне срочно нужна винтовка. Глава 6, яма. Блин, ну и полет. Это просто пипец. После такого невозможно выжить. Блин, Дигу с 5 патронами. Фух. Хватай! Мы дохнем, как мухи! Альфа, Браво 2, выступаем! Огонь! Огонь, Машу! Живо спускайтесь! Прижмите их! Противник, внимание, ребята! Уокер, ты слышишь? Да! Ты в порядке? А что, похоже? Бегом сюда, живо! Окружайте. Уже идем! Мощный дигл. Чего? Да откуда вы лезете? Хрена не вижу. Адам, слуга, где вы вообще? Ой, патронов нет. Давай дробовик. Утепление. О, давайте, ребята. Вижу его. Все? Все чисто. Черт, где вас носило? Лифт опять сломался. Мы шли по лестнице. Отставить шутки, сержант. Что? Да ладно, Адамс. Я живой. Не надо кипятиться. Так нельзя. Знаю, знаю. Лука, нашел источник сигнала? Да, мы близко. Тогда идем. Ну. А, блин. Попал! Ай-яй-яй. Ей-богу, после такого спуска невозможно выжить. Это пипец полет был. Так, колесико мыши вверх-вниз, мина типа гранат. Смена. Хорошо. Вижу противника! Не дайте им вызвать подмогу! Они двигаются! Тихо-тихо-тихо! Противник на
пулемет! Боец с дробовиком! Граната! Угроза устранена! Твою мать, мы здесь школьным огнем! Живо спускайтесь! Направо. Выступаю! Противник близко! Так ты, ублюдок! Ну и... Тупик. Адамс, открой эту дверь. Минуту. Черт! Что такое? Множественные цели идут за нами. Мы в ловушке. Уокер, там турель стоит. Прикрой меня, а я взломаю дверь. Не вопрос. А где Луга-то? Вперед, пошел, пошел! Я с ним разберусь. Только дай цель! Дельта в движении! Летите за контейнером! Противник на марше! Он вне укрытия! Огонь! Ликвидирован! Не подпускайте их близко! Бум! Вас понял! Прижмите их! Огонь! Нет, сэр! Огонь! Огонь! Это Альфа! Нужна огневая поддержка! Адамс! Не похоже на выход! Сейчас все будет! Не подпускай их ко мне! Твой РПГ! Сверху! Спасибо! Ой-ой-ой! Три луга, три! Неточная информация! Это невозможно! Невозможно! Дверь открыта, идем! Уокер, можно идти? Фу! Что это за вонь? Прекрасно, идем. Сейчас разберемся. О! Фу! Ах ты, ёб твою! Господи, сколько трупов! Боже, вонь, наверное, та еще. Смогу не кричать. Я выдержал пытку песком. Молчал, когда меня резали. Но когда развели огонь, черт, вы не представляете, как я тогда орал. Досадно, конечно. Но теперь я, по крайней мере, понимаю, как ломается человек. Когда начала плавиться плоть, я был готов на все, даже прикончить родную маму, лишь бы все кончилось. Повстанцев на допросе ждет то же самое. И когда они сломаются, мы станем как братья. Мы все те, кто взглянул в лицо смерти и не выдержал. Кошмар. Клиты и так поступили со своими? Они убивают друг друга. Ты был прав, Уокер. Лучше б я ошибся. Жесть. Их пытали огнем. Надо сюда сваливать. Готовьтесь, они ждут. Здесь никого нет. Капитан, на лестнице! Вижу. Если это Дэниелс, то он давно умер. Это ловушка. Что там происходит, Луга? Да хрен его знает. О, успех? Вы кто такой? Я? А вы кто такие? Капитан, пошел ты нахрен! Что ж, капитан, ловушка предназначалась для Гулда, а вы не он. Я вообще не знаю, кто вы. Никто не знает. Это опасно. Опасно кому? Да всем. Скажите честно, вы же не думали, что мы вас просто так сюда пустим? Вообще-то думали.
Мы ищем выживших. Вы их нашли. Вот как бывает. Давайте, парни! Капитан Уокер! Это что? Сверху! Это Гулд! Уходите! Ну, понеслась. Слушайте, хотите отсюда выбраться? Придется делать то, что я скажу. Это ясно? Не вполне. Вы кто такой? Я агент Гулд, ЦРУ. Вы капитан Уокер, отряд Дельта. Откуда вы знаете? Я много чего знаю, капитан, но сейчас не время болтать. Нужно подкрепление в музей. Из нас упал сделаем. Спасибо за гранатки, ребята. Слева от вас коридор. Он пришёл к тебе. Понял, принято. И ты ему веришь? Ой, блин! Есть другие идеи. Спешу услышать. За мной. Заряжаю! На тебе ответку! Враг убит! Противник с дробовиком! Идет к нам! Осторожно! Уже иду! Ой, блин! Блин, больно. У них тяжелый пулемет! Сейчас разберемся. Сможет, но будет больно. Морфин нужен? Нет. Нужна ясная голова. Ладно, полежи. Скоро пойдем. Что скажешь, Уокер?
скажу, что мы оказались посреди поля боя. Удивительно, ведь предполагалось, что город будет пуст. Именно. Пора отсюда сваливать. Вызывать вертушку. От нас до фронта бури 8 миль по пустыне. Вертолет снимет нас через 10 шагов. Мы должны найти Гулда. Ты уверен, что хочешь связаться с ЦРУ? У нас нет выбора. Ты видел, что стало с 33-м? Капитан прав. Проклятые спятили. Надо их остановить. Я знаю. Но ему не верю. Гулд рисковал собой и спас нас. Я ему верю. А что насчет Конрада? Теперь дело не только в Конраде. Мы должны сделать все, что можем. Ну, Адамс, открывай дверь. Как прикажешь. Капитан Уокер, как слышите меня? Прием! Вас слышу, прием! Я боялся, что потерял вас. Нам пришлось не сладко, но мы живы. Хорошо, потому что нам нужна помощь. Что тут творится? Безумие, капитан. ЦРУ отправило нас искать выживших, а мы попали в Дубай, раздираемый войной. О Конраде что-нибудь слышно? Нет, я не слышал. Ходят слухи, что он еще жив, но если так, он где-то скрывается. Черт! Осторожно! Вертушка! Луга, верни связь! Не могу, сигнал пропал. Внимание! Чего, внимание-то, все тихо. Ой, ладно, друзья, серия у нас подзатянулась, да. Но зато сколько всего произошло, сколько экшона. Здесь мы с вами прервемся и продолжим уже в следующей части проходить Spec Ops. На этом у меня пока что все. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока.